что ты будешь делать на этом полюсе? Гагарин был последним компромиссом между человеческим и космическим. Да, население, может, оно и не хочет умирать. Ну, значит, видимо, судьба такой. С одним щелчком пальца все это было отобрано. Вся ваша собственность принадлежит не вам. Живой – это так унизительно. Он цепляется за свою жалкую жизнь. А вот умер, и какой сразу стал хороший. Здравствуйте, дорогие друзья, это «Навигатор», программа писателя Дмитрия Быкова. Меня зовут Станислав Крючков, я рад встрече с вами на нашем канале «Ходорковский лайф». Подпишитесь на нас непременно, сделайте это прямо сейчас, если до сих пор по какой-то причине этого еще не сделали. А также участвуйте в обсуждении всего того, о чем пойдет речь в чате этого эфира. И, конечно же, ставьте свои лайки и шерьте эту ссылку. Дмитрий Львович уже с нами на связи. Дмитрий Львович, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Стас, здравствуйте, дорогие друзья. Довольно много и новостных сюжетов, но я с общеустановочной темы зайду. Вы в литературном, да в человеческом, прежде всего, наверное, смысле задавались для себя вопросом о том, где начинается конец вот этого обывательского конформизма. Знаете, такое слово «ждуны» появилось в свое время. Не без помощи там образов определенных, но тем не менее. И долготерпение какого-то, и начинается унижение. Ничем прежде не мотивированное, а теперь вот оказавшееся очевидностью унижение. Я это к повесткам хочу подвести вас, к этим цифровым. Видите, Стас, сейчас наблюдается два главных мнения. Мнение первое, что лягушка сварилась, его высказывают пессимисты. И мнение второе, что очень опасно вооружать людей, которые поставлены в безвыходное положение. То есть, грубо говоря, когда куда ни кинь, везде клинь, когда впереди либо абсолютно немотивированное участие в войне, в военных преступлениях, с довольно высоким шансом там сложить голову, либо тюрьма, как вариант, либо теперь уже и смертная казнь маячит, значит, отказником. Не очень понятно, в этой безнадежной ситуации можно людей спровоцировать на сопротивление или нельзя. У нас есть разные ответы на эти вопросы. Немотивированная и хорошо вооруженная армия уже сделала революцию в 17-м. Скажем, хорошо, и тоже немотивированная армия в Афгане даже не попыталась взбунтоваться. Условно говоря, у нас есть еще третий вариант – коллаборационизм. Но поскольку это вторжение не на нашу территорию, то этот вариант, в общем, пока можно отбросить. Следовательно, у нас остаются вот эти два возможных исхода. Либо люди, которых погнали на войну, а повернут оружие против своих, это крайне маловероятно. И могу сказать, почему. Шафаревич, когда в 1972 году писал свой, так сказать, «Социализм и мировая история», он обратил внимание на парадокс империи инков. Вот была империя, которая очень жестоко угнетала народы Мезоамерики. Когда напал Кортес и другие испанские завоеватели, Кортес, некоторые говорят, они помогали. Эти угнетенные помогали убирать инков. Ну а потом, когда испанские конкистадоры оказались еще хуже инков, мы получили практически абсолютно покорное, идеально пластичное население, которое нельзя заставить сопротивляться никак, никакими средствами. У них выученная беспомощность в крови. Я боюсь, что у нас сейчас именно этот постинд-испанский вариант. У нас еще можно было поднять людей на какой-то протест в 17 году, но уже все последующие попытки поднять восстание кончались ничем. Поэтому я боюсь, что это будет просто такой более или менее продолжительный мясорубку, марш в мясорубку, и
Сколько бы нам сейчас Минцифры не говорило, что вот единый реестр выпускников, там, единый реестр призывников заработает только к осеннему призыву. Понятно, что он заработает уже сейчас. Понятно, что люди, которым присылают повестку, они автоматически мобилизованными и призванными. Тут уже деваться некуда. Но способна ли в этом состоянии Россия сказать «хватит»? Мне кажется, нет, не способна. Мне кажется, что население достигло такого уровня, когда максимум сопротивления, на которое оно способно, это бежать. Я отчасти по себе сужу, ведь действительно, наверное, у меня такая глубоко рабская психология, потому что я, в принципе, способен сколь угодно долго укрываться, да, там Россия щелястая такая империя, можно сбежать вглубь ее до сих пор, есть огромные ненаселенные пространства, присмотренная сибирская заимка, есть родня какая-то в восточной части страны, всегда можно сбежать, скрыться, спрятаться и так далее. А вот способен ли я в открытую сопротивляться, если у нас в свое время, значит, скол зуба ОМОНовца считался смертельной виной? Нет, я к такому сопротивлению пока не способен. Разве что оно станет очень массовым, и во мне способствует, там, ну, сработает какой-то инстинкт массового участия. Пока, так сказать, настоящих буйных мало, никакой перспективы сопротивления я не вижу. Дмитрий Львович, я даже не столько о перспективе действия и сопротивления говорил, а о складывании самоощущения, о переходе от состояния такого молчаливого, может быть, внутренне где-то даже негодующего, но приятия к очевидному, для себя самого прежде всего, ощущению того, что тебя унизили. Ну, хватит, понимаю. Унизили, да, там, оскорбили, все, что хотите. Видите, в чем дело? У нас же традиция ресентимента очень глубока. И комплекс подполья у нас тоже очень глубок. Ведь Достоевский же писал, что я из унижения, писал парадоксалист из записки из подполья, извлечь самый сладкий сок. Это действительно так. Ведь, собственно говоря, вся славянофильская идея и вся российская патриотическая идеология — это не философия сама по себе, это реакция, это гиперкомпенсация унижения. Мы унижены, да, у нас нет воли, да, мы рабы, но за этот счет мы самые духовные, мы самые внутренне свободные, мы не тешим себя иллюзиями, что мы гражданское общество, потому что мы не общество. Да, из этого унижения и покорности можно извлечь даже некоторый намек на самоуважение, да, собственно говоря, Алексей Толстой возражал Тютчеву, да, у Тютчева было: а эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа. На это ему Толстой возражал: мы послушны, мы ленивы, все из рук у нас валится, да к тому же мы терпеливы, этим нечего хвалиться. Да, этим нечего хвалиться, но из этого, из этой апологии покорности и терпежа, терпильство, выросла как-никак вся русская патриотическая идеология. Я помню, как Холмогоров писал, Егор Холмогоров, тогда еще работавший, значит, в консерваторе: русская армия имеет самоощущение колосьев, которые ложатся под серп. Знаете, с такими истерическими бабьими интонациями отпевал он эту армию, да? Не сопротивляясь, ложится под серп. Сам он что-то не жаждет пополнить эту. Но, тем не менее, отпевать ее, ну, капитан Иерей Плоскорылов, герой моего романа «ЖД», как раз вот с этими словами отправлял бойцов на смерть. Мы жатва, да? Ну, вот эта жатва, она действительно у некоторых особо продвинутых негодяев, мерзавцев, способна вызвать умиление. И более того, это неспособность к сопротивлению, неспособность как бы почувствовать унижение, способность извлечь из унижения дополнительный повод к самоуважению, это давно сделалось определяющей чертой национального характера. О холмогоровском патриотизме упомянули. На глаза попался ВЦИОМовский опрос. 91% россиян считают себя патриотами, и 52% считают себя патриотами безусловно. А вы в какой когорте, вот, для себя прежде всего? Я не люблю слово «патриот», и оно, на мой взгляд, неопределенное, не ясен его внутренний смысл, да?
Вспоминаются мне слова Наваллы Матвеева из его предсмертного стихотворения. Чеховские смотрим, три сестры, а у них с шекспировскими сходства. На себя внимательно смотри, у фашистов тоже было три. Ненависть, расизм и патриотство. Вот патриотство для меня – это чрезвычайно крайность. Ну и расизм в этом обществе тоже есть, и расизм, много чего есть. Но для меня патриотство – это скорее не комплимент. Понимаете? И я не очень понимаю, собственно, какое содержание вот сейчас вкладывается. Мне памятно определение Толстого, что патриотизм как идеология дурное и вред. То есть мы все любим Родину, но утверждение, что мы любим Родину просто по факту рождения, а мы ведь не выбирали эту территорию. Я за патриотизм думающий, за патриотизм, когда ты готов разделять грехи и ответственность своей страны, в том случае, во-первых, если ты участвовал в принятии ее решений, а сейчас, обратите внимание, этот закон о всеобщей фактической мобилизации принят без какого-либо обсуждения в обществе. Ну и кроме того, понимаете, страна, которая все время требует любви, а сама в ответ не демонстрирует даже минимальной привязанности, как-то довольно трудно такой нерассуждающей любовью. Патриотизмом оправдываются все самые громкие, самые вонючие гнусности, как мы наблюдали в последнее время. Пока мы не получим умного, мыслящего, критического патриотизма, апологетизировать это чувство нет никаких оснований. О готовности участвовать в жизни. 2 недели назад, по-моему, мое внимание в вашем выступлении заострили слова о том, что необходимо формировать творческую среду. Вот. И для уехавших, и для остающихся, без разделения. Ну, то есть начинать как-то жить. И я так думаю, ну, 13 месяцев. А вот что сейчас сделано, по ощущению, по вашему, для того, чтобы эта среда возникала? Или это всегда частная работа, работа каждого над собой? Ну, понимаете, Стас, я бы не стал говорить о том, что эта среда только творческая. Это очень мощная среда волонтерская. Это громадная, всегда... Кстати, очень все организующиеся горизонтальные сети взаимопомощи. Это огромная волна помощи украинским беженцам, которая идет от всех, кто может что-то выслать. Я понимаю, что далеко не все люди готовы и способны донатить в СУ, потому что все-таки это донатить армии, которая будет стрелять в твоих. Это, ну, понятие своих для большинства очень крепко. Но насчет помогать беженцам и помогать жертвам войны, мне кажется, здесь полный консенсус. А что касается других вариантов устройства среды, помощь в трудоустройстве, помощь в выезде из России, в фактическом бегстве, огромная волна горизонтальной солидарности, которую я наблюдаю среди уехавших, и слава богу, что она есть, и слава богу, что принимают нас тоже, в общем, довольно солидарно. Ну и, конечно, такой вспышки творческой активности российская культура не видала, я думаю, с 60-х годов. А я понимаю, что легко сказать, да, стишки ничего не меняют. Нет, стишки меняют очень многое. Именно с поэтического этого взрыва начинается самосознание нации, которая таким образом понимает свою вину, свою ответственность. С этого начинается гражданское общество. Понимаете, хочу вам напомнить единственное работающее определение народа. Народом называется тот, кто пишет народные песни. Вовсе не образованные, вовсе не самые агрессивные или темные слои населения. Народом называется тот, кто творит, кто созидает, кто творит фольклор. И это народное творчество, оно сейчас творится колоссальными темпами. Я сейчас в Принстоне на конференции по антивоенной поэзии сюда съехался без преувеличения. Вот и участники, составленные Юрием Левингом антологии «Поэзия последнего времени», вышедшие, кстати, в России, сюда съехались десятки крупных поэтов, чего там говорить. И, конечно, с этого формирования среды начинается очень многое. Но главное сейчас, я совершенно солидарен, не столько писать стихи, сколько смотреть, думать, понимать и помогать всем, кто в этой помощи реально нуждается. К 60-м, Дмитрий Львович, и возвращаясь немного к разговору о повестках, я чувствую, что еще есть там о чем порассуждать. Очень может быть, даже. Может быть, даже чуть более глубоко, в середину 50-х.
Ну, для начала. Сегодняшний день космонавтики, Гагарин, вот для меня символически, да, это выражение всего самого советского в человеке, причем без негативных коннотаций, а вот, ну, советский человек, как ни крути, да. На ваш взгляд, это была история такого искреннего принятия, история незнания альтернативы, история некоего вымученного, да, вот жизнью данного тебе конформизма или отчасти и унижения в каком-то смысле. Я просто вот так вот прикинулся, а вот получи Гагарин эту цифровую повестку, он как советский человек, ну, конечно же, взял бы ружье, пошел. У него не было бы шансов. Ну, Гагарин, он такой черный, знаете, улыбчивый и обаятельный представитель лучшего слоя народного, героев. Гагарин именно русский герой. Но сам феномен Гагарина, вот его надо принципиально отличать, это все-таки феномен 60-х годов. Это еще тогда военная техника на короткое время была поставлена на службу мирному делу освоению космоса. Это была история единственной успешной конверсии, когда ракета, предназначенная для достижения другого континента, оказалась нашим, так сказать, протянутым в космос лучом, лучом интеллекта, лучом надежды. А это сугубо явление 60-х годов, явление союза общества и науки. И сама утопия 60-х годов была утопией технократической, тут не о чем говорить, это очевидно. Как раз именно технократы и стали основой диссидентского, такие люди, как Там, Ландау, Сахаров, это люди, которые в шарашках имели некоторую свободу мнений. Шарашка тоже была формой тюрьмы, но формой тюрьмы, в которой разрешались разговоры. А это Берии спасибо. А вообще говоря, мне, как все-таки автору романа, для меня чрезвычайно важного, может быть, это мое последнее высказывание о Советском Союзе, мне эта концепция советского близка, понимаете? Советское было попыткой преодоления человеческого и выхода за все возможные, да, за полярные рубежи, за космические рубежи. Смысл советской власти был в том, чтобы построить эту ракету. И никакого другого смысла у нее не было. Переход за все видимые пределы, достижение надчеловеческого. Проблема в том, что в космосе нельзя дышать. Это оказалось преодолением хрупкой материи человеческого. Гагарин был последним компромиссом между человеческим и космическим. Дальше эта программа уперлась, в общем, в лютый тупик. Ну, преодолел ты, да? Ну, достиг ты полюса. Что ты будешь делать на этом полюсе? Что ты будешь делать в холодном космосе? И именно отсюда мысль этого романа главная о том, что главная задача героя – погибнуть. У героя нет жизни. И Гагарин своей судьбой поразительно это доказал. Понимаете, ведь он мог сделаться чиновником. И у него были для этого все шансы. Но он этого не хотел, он бессознательно требовал продать. Он требовал, чтобы его запускали летчиком-испытателем. И точно так же погиб Чкалов. Потому что этим людям некуда расти, у них нет перспективы. Вот они вышли, они достигли предела человеческого. Что дальше? А советская космическая программа была программой обреченных героев, потому что никакой созидации коммунизм предложить не мог. Ничего, кроме героической гибели, советское государство предложить не могло. Такое инкское жреческое государство. Это, конечно, ужасно, но это так. Другое дело, что все-таки, вот это очень важно, пафос этого государства был до поры до времени пафосом творчества, созидания и преодоления. Все эти герои были людьми очень высокой пробы. Они все-таки летали очень высоко. И все они в диапазоне от Чкалова до Кокенаки, от Гагарина до Титова и далее, все это было поколение исключительно качественного человеческого. И это гораздо лучше, чем обыватель, который больше всего озабочен своим квартирным обменом. Да, это была обреченная программа, но это была программа, достойная всяческого восхищения. Дмитрий Львович, а смысл этой власти, он в чем прежде всего для себя, вот анзих, как говорится, да, вот они ее как себя мыслят, и какое качество сейчас утрачено, ну, помимо названного вами, для того, чтобы все стало несколько иначе? Видите ли, смысл
Вот нынешней российской власти он очень прост – нагадить миру как можно больше. В своем пределе эта власть имеет целью уничтожить мир, конечно, потому что сами не живем и другим не дадим. А сначала ее изначальная цель – держаться как можно дольше, но дальше они сами прекрасно понимают, что бесконечно эксплуатировать Крымский консенсус или, допустим, даже Запорожский консенсус, они не могут. Бесконечно эксплуатировать экспансию нельзя. Экспансия должна во что-то упереться. И в данном случае их пределом, конечно, является уничтожение человечества. Но если я говорю, если у советской власти прорваться за все рубежи, достичь полюса и космоса, то у этой программы гопническая – нагадить всему человечеству как можно сильнее. Уважать себя заставить, если вы не можете уважать себя заставить великими достижениями, да, или удивительным подвигом, героизмом, потрясающей технической, вы можете как гопник сделать жизнь всего двора невыносимой, а в перспективе уничтожить себя и двор. Это действительно в потенции, а власть сверхразрушительная. У нас никогда еще не было в истории такого парадокса, чтобы гопник был вооружен ядерной ракетой. Ну, никогда еще такого не было. Даже Ким, это все-таки персонаж с какой-никакой идеологией. А здесь перед нами спецслужба, условно говоря, ФСБ в своей нынешней инкарнации, опричнина, которая имеет одну цель – пытать, допрашивать, мучить, нагибать, доминировать. То есть спецслужба садическая по определению, никаких удовольствий, кроме как мучить человека, мучить его разнообразно и изобретательно, она предложить не может. Своих она уже домучила, до этого состояния своих неинтересно. Свои не сопротивляются, они вяленькие какие-то. А программа уничтожить мир, и я думаю, что даже союз с Китаем в потенции служит именно этой цели. Швырнуть тогда Константин Крылов, которого многие считали интеллектуалом, на мой взгляд, без достаточных оснований, описал цель России стать той бомбой, которую швырнут в пасть дьяволу. Ну, видимо, вот взорвать мир. Взорвать мир – высшая цель любого маньяка. Помните, как писал профессор Щеглов? Главная цель маньяка – это уничтожить себя и человечество. Все, что кроме этого, ему неинтересно. Все это промежуточные финиши. А поскольку у нас есть сегодня человек, вооруженный ядерным оружием, весь мир, вот помните, Макрон сказал, мы не можем остановить войну. Европе. Да? Весь мир гадает, как можно остановить, чем можно, какими посулами можно человека, у которого в руках оружие уничтожения планеты. Нет, ничем, никак. Разве что его в какой-то момент остановит Господь, которому станет жалко свое творение. Дмитрий Львович, ну вот это укоренившееся обывательство, оно же ведь как работает? Мир миром, я вот здесь живу, да, в своем частном мире, с позволения сказать. А вот в этом смысле ребятам со своего двора зачем гадить? Это сугубо профилактически, что ли, делается? Ведь могут прийти ребята с другого двора, и они время от времени приходят, эта история показывает. А тогда ребята здешние с фингалами и с обидой на тебя, они фигу в кармане держит. Или не держит, не работает это так в нашей истории. Да нет, ну понимаете, я не очень представляю себе сегодня силу, которая могла бы навалять России извне, условно говоря, навалять купнику извне. Сегодня максимум, что можно сделать, это задушить экономически, там, ну я не знаю, окружить рвом с крокодилами, такое тоже высказывается, изолировать полностью, да? Оставить гнить в этих пределах. Ну понятно же совершенно, что Россия никакой внешней силой не может быть ни реформирована, ни побеждена. Ну, во-первых, потому что уже Симоньян раз говорил, мы экзистенциально, выучили слово экзистенциально, мы экзистенциально не можем проиграть, ну, потому что действительно, если перед нами будет альтернатива проигрыша, мы просто взорвем мир к чертям и все. А можно ли победить в ядерной войне, пока неизвестно, попыток не было. Может быть и можно, но неизвестно. А самоуничтожиться легко. И тут, конечно, задают самый болезненный вопрос, а в чем корысть населения, вот принять участие в массовом уничтожении? Так а население, может, оно и не хочет умирать, может, оно и не хочет уничтожать. Другое дело, что у него собственной воли не осталось. Если оно не хочет уничтожать мир и уничтожать себя, если оно, оказавшемуся во главе страны, значит, вот этому духовному маньяку что-то противопоставить, оно пока ничего не противопоставляет, ну, значит, видимо, судьба такой.
Понимаете, у меня-то всегда была надежда, что действительно есть какой-то предел, ну, может быть, дети там, да, я не знаю, может быть, отъем всех личных сбережений. Ну, грубо говоря, есть такая Кощеева игла, которую трогать не надо. Нет, оказывается, такой иглы нет. И детей легко отдают на смерть, и сбережениями особо не дорожат, потому что все, ну, как и я, грешно, я по себе сужу. Мы все прекрасно понимаем, что вся наша собственность, она не наша. Нам разрешить в какой-то момент, но отобрать его можно в любую секунду. Ну, как вы отобрали у людей все их сбережения в 91-м году? Казалось бы, ради благого дела либерализации. Что, вякнул кто-нибудь? Вот у моего деда лежал на книжке несколько там рублей каких-то, несколько сотен рублей, которые казались ему какой-то подушкой на старость. Одним щелчком пальца все это было отобрано. И куда все это делось? Да, получили люди на это все килограмм колбасы. С ваучерами та же история. Ну, что бы вы ни делали, что бы вы ни копили, вся ваша собственность принадлежит не вам. Поэтому, да и вы, жизнь ваша тоже, потому что жатва, жатва. Ложимся как классы по Набокову, да, там очень любят пафосные выражения, типа класс вместо колос. Ложимся как классы. Никакого абсолютно желания сопротивляться у колосьев нет. Поэтому я, честно говоря, здесь уповаю только на то, что иная лягушка, раздуваясь до вала, просто лупы. Никакой другой надежды остановить этот режим извне или изнутри я пока не наблюдаю. А вот вы о ваучерах упомянули. Тут на РБК вышла колонка главы ВТБ Костина, где он говорит о том, что выходом из ситуации должна стать новая приватизация, новая. Это он трубочку взял, чтобы надувать лягушку, или это Нет, из нет. невы... о невыученных уроках, скажем так? Нет, он просто... Что такое реприватизация? Вообще, что такое приватизация в России? У нас есть же замечательная формула Пелевина, что в России первоначальное накопление является также и окончательным. Это еще один способ отъема всего. Приватизация – это банальный передел собственности, на этот раз опять в пользу государства. Ну вот тогда, чем была приватизация? Давайте откровенно. Приватизация была более эффективным распределением собственности, а, грубо говоря, ограблением советского государства, как оно сложилось к концу 80-х, это раздача государственной собственности тем, кому разрешили ею владеть, или тем, кто за счет связи с бандитами пробился к кормушке. А сегодня это будет реприватизация, то есть государство отберет все, что оно еще не отобрало. Это будет полная приватизация, но уже опричниками, руками опричников. Значит, будут выделены неблагонадежные бояре, у которых будут отбирать. Другое дело, что при этом, так сказать, будут отбирать, помните, тогда же была приватизация жилья, роздали квартиры, теперь эти квартиры будут отбирать обратно в государственную собственность. Чем же, Стас, когда я уезжал из России, я не допускал, что это надолго, да и сейчас, в общем, в душе не допускаю. Но со всей своей собственностью, которую я не успел вывести, я тогда попрощался. Потому что я прекрасно понимаю, что у всех отъезжантов, вы же помните практику 70-х годов, если человек отбирал, отъезжал, у всех отъезжантов отбирали квартиры. И для меня совершенно несомненно, что, конечно, вряд ли кто польстится на мою двушку, но если польстятся, то они это отберут еще один раз щелчком пальцев. Любые сбережения, любые там 6 соток, любые ваши комнатушки могут быть отобраны по счетам. Я думаю, что они будут жестоко разочарованы, эти отбиратели. Они-то думали, что нам что-нибудь накопили строчки, а нам они не накопили ровно ничего. Ведь, понимаете, если бы я захотел, я мог бы сделать прекрасную карьеру в государственных СМИ. И, конечно, я был бы гораздо более убедительным, гораздо более тонистым, чем вся эта шобла-вобла. Но, как вы понимаете, меня от этого тошнит. Поэтому нам ничего особенно не нажили мы, и у нас, в общем, ничего особо отбирать-то и нет желания. Но то, что массовый отъем собственности, розданный в 90-е годы, сейчас грядет, это несомненно вопрос, потому что, сами понимаете, это дело копотное, хлопотное, требующее времени. А есть ли у путинского государства это время? Я, честно говоря, не убежден. Ну, слушайте, Дмитрий Ильич, ну скорочтение они же освоили, они в день по 2 чтения проводят, штампуют просто как пирожки. Вы как, кстати, к скорочтению относитесь, как к факту? Но это было предсказуемо абсолютно, что проснулись, увидели скорочтение. Они будут за все голосовать. Если помните,
Путин получил полномочия от Софеда и от Думы вводить войска на чужую территорию за 2 часа. Это было сделано мгновенно. 2 заседания, софедовское, и он получил право начинать войну. Да неужели вы думаете, что нынешняя власть российская, исполнительная или законодательная, способна хоть на секунду затормозить любое решение властей? Тут все, как Дугин сказал, абсолютной легитимности и тотальная власть. И Дугин, он же ничего, написывает уже существующую схему с помощью терминологии откровенно фашистской, ну и бог ему судья. А я думаю, душа его давно в аду. Проблема в том, что действительно Путин никаких препятствий в своих законодательных инициативах не встречает уже, дай бог памяти, 20 лет. А начиная с Беслана, когда он отменил выборность губернаторов. Ни малейшей попытки сопротивления, ни даже воздержавшихся при этом голосовании не будет. Будет тотальное разрешение забрать все, и даже с некоторым опережением. И, кстати говоря, это же тоже игра на довольно поганых инстинктах массы. Неужели вы думаете, что когда у нынешних российских элит отбирать собственность, когда у нынешних российских богачей будут отбирать все, чем им разрешили владеть, неужели вы думаете, что кто-то будет им сочувствовать? Да они вели себя так, что они сами вырастили эту власть, они ничем от нее не отличаются, и за исключением 2-3 иногда жертвующих на просветительские олигархов, это, в общем, та же самая гопота. Поэтому, ну, ГОП – это городское общежитие пролетариата, если помните. Поэтому никакой надежды на то, что эти люди встретят все происходящее сопротивление. Если вы помните, во время террора 30-х годов один Будённый отстреливался из пулемета, его не тронули. И таких Будённых я что-то на горизонте не наблюдаю. Ну, даже для красоты жанра просто появление на месте этого нуля против хотя бы одного голоса, который принял вот это упоминание ваше у 30-х, там Неверов поспорил с Володиным, Володин похохатывал по поводу 37-го года, говорит, вот Картополов бы поплатился за это упоминание о пенсионном фонде, хотя у нас нет пенсионного фонда, он теперь называется фонд социального страхования, Нина Останина там что-то начала выступать в том плане, что ну как же так, вот все экспресс-методом. Нет. То есть это эстетика даже ради красоты, даже просто ради того, чтобы это, ну, каким-то образом было оттенено. Ну, понимаете, вырастили в каком-то смысле совершенно уникальное поколение. Когда я говорил, что путинская эра хуже советской, все тыкали в меня пальцами и измывались. Разнообразно не обращал на это большого внимания, потому что я-то ресентиментом не страдаю, я не умею из унижения извлекать сладкий сок наслаждения. Но сколько было разговоров, да вы не сравните, да, полки ломятся, вот это просто полки ломятся, или потом, можно же уехать из страны. Вот это казалось очень сомнительной добродетелью, что главным достоинством страны является возможность из нее уехать. Я как-то никогда это не считал таким уж увесистым кирпичом, так сказать, на весах истории. Если говорить серьезно, понимаете, да, наверное, советская власть очень изобретательно унижала, но у советской власти было одно преимущество. Советская власть действительно, в силу той же идеологии просвещения, которую она все-таки исповедовала, она успела вырастить несколько поколений очень просвещенных рабов. Это были рабы, ну и начитанные, рабы, которые все-таки, пусть на коленях, но бунтовали, которые читали Кафку и Картасара, которые ходили в театр на Таганке, а не просто на очередные вернисажи. Это были люди, 90% которых все понимали про советскую власть. Читали самиздат, читали «Зияющие высоты», сами что-то такое кропали. Было там движение авторской песни, было множество самодеятельных форм организации этого социума. Сегодня, ну, если не считать движение волонтеров и благотворителей, это социум, хотя и солидарный, но не культурный. Вот это самое печальное, понимаете? Главным критерием становится не то, что ты что-то читал, а то, что ты пьешь такой-то напиток в таком-то кафе на Патриках. Это был социум тотального потребления, очень гнилого. И в душах этих людей зыбкая гадь, болото, трясина. Понимаете, вот в самое, казалось бы, благополучное время, самые мирные, нулевые и жирные десятые, было ощущение, что в душах у всех этих людей трясина, неуверенность, зыбкий ужас,
лучшее кино, ну, например, фильм «Смирновый связь», фильмы Балабанова, замечательно показывали эту трещину, эту постоянную готовность погибнуть, отмобилизоваться и все потерять. А поэтому, вот были, помню, разговоры, ну что вы, ведь сегодня у людей есть частная собственность, это залог свободы. Нету в России никакой частной собственности, вся собственность в России по умолчанию является государственной. Частная – это то, чем вам временно разрешили владеть. Люди думают, что если они приватизировали квартиру, у них есть теперь частная собственность. У них есть собственность одна, между нами говоря, это собственная жизнь. И эту жизнь швырнуть как раз в пасть режиму никто абсолютно не готов, потому что с последним так-то легко не расстаются. Ну, собственно, вот вы вернулись к повесткам, потому что вот эта тихая радость, да, уехать, все, получил повестку, выезд закрыт. Ограничение в правах прямое. Хочешь зарегистрировать сделку и числишься в уклонистах, получите, распишитесь, пожалуйста. Это будет считываться как-то? Вот этот ком, он покатился? В России любой живой является уклонистом. Живым быть стыдно, непростительно, унизительно. Если ты все еще как класс не лег под серп, если ты еще не пережил последнего унижения, не вернулся домой в черном пластиковом мешке, герой, обратите внимание, какой культ мертвых всегда существует вот в этих архаических режимах, и какое неприятие, какая неприязнь к живому. Живой – это так унизительно, он цепляется за свою жалкую жизнь, он боится, а вот умер, и какой сразу стал хороший, сразу стал идеальный гражданин, идеальное государство мертвое, он уже все отдал, что было возможно. Я не пытаюсь сейчас никого разбудить или разубедить. И вот всеми этими констатациями я, если угодно, сам для себя выполняю функцию чисто эстетическую. Я формулирую очевидные вещи. Но, кстати говоря, Александр Морозов, который сейчас меня определяет, опережает всех и определяет этот тренд, он очень точно написал: нет ничего, что не было бы предсказано за последние 10 лет. Все, о чем писали Рогов, Медведев, Шамолин, все это сбывается на глазах, все это было абсолютно предсказано. Любые антропологи, политологи, социологи, все это предсказали. Проблема в том, что они не нашли ни одного рецепта сопротивления, ни одной педали, нажимая на которую, можно было бы заставить эту лягушку дергаться. Понимаете, сейчас вот у нас все такие сравнения зоологические, причем преимущественно такие земноводные и пресмыкающиеся, все вспоминают эту лягушку. Одна лягушка надувается до вала, другую лягушка дергается посредством электричества. Вот мне кажется, что сейчас вот эта гальванизация лягушки, она бессмысленна. Нет того тока, который бы ударить этот труп. Вот этот труп, он был трупом уже в 16-м году. Гражданское общество было абсолютно мертво. Но оно, начиная с 17-го, начало получать сильные гальванические удары. И этот труп ходил, создавая, в общем, абсолютно мертвое государство. Государство мертвых, государство, где главной целью была героическая смерть. Но это государство ходило, пока оно не начало уже разлагаться в 80-е годы. А вот разложившемуся трупу, ведь по большому счету, ну, таким разрушенным трупом является российское гражданское общество. Давать ему гальванические удары совершенно бессмысленно. Это как, знаете, в рассказе «Правда о случае с мистером Вальдемаром». Он превратился в кисель. А скажите, а вот эта вот гальванизированная лягушка, она не способна, как другая лягушка, сделать из сливок сметанку, да? То есть все. Нет, не способна. Тут же, понимаете, мы все время думаем, на какую педаль нажать, чтобы у этой лягушки задергались мускулы. Но мускулов у нее нет. Понимаете, за долгие годы тотального угнетения у нее эти мышцы атрофировались. И честно вам сказать, любая смута, любое смутное время, любая гражданская война лучше, чем это абсолютно покушение в фарш. И главное, аргументы, которыми это прикрывается. Это всегда прикрывается двумя типами аргументов. Одни идеологические – это моя родина, и другой у меня нет. Это предельно рабская концепция, ничего более рабского выдумать нельзя. Я раб, и тем горжусь. Мои цепи. И мне нечего терять, кроме них. И я люблю мои цепи, и я буду их лобзать. Да? Либо
аргумент ad hominem. У меня больные родители, у меня собачки, у меня приюты, у меня семьи. Я не хочу над этим издеваться, потому что у всех больные родители. У тех, у кого больные старые родители, но у меня никогда не поднимется рука кинуть камень в этих людей. Но, по крайней мере, надо тогда давать себе отчет в том, что ты свою потенциальную смерть готов принять ради спокойствия и здоровья родителей. Вот такое. А, кстати говоря, я совершенно не уверен, что я бы уехал, если бы мать была жива. Она бы, конечно, меня выпихивала двумя руками за границу. Может быть, я бы уехал, не знаю. Но я бы никогда себе этого не просил, что я ее оставил, пусть и на самых надежных сиделок, пусть и на самых верных людей. В России семейственные связи, они необычайно крепкие. Этот культ семьи, который существует, прежде всего культ родителей, он оправдывает все. Понимаете, раньше вот детей оправдывали. Это, кстати говоря, Гоголь еще подметил в выбранных местах из переписки с друзьями. Он пишет, все чиновники оправдывают свое воровство интересами семьи. Все ради семьи, все для деток, все для жены. И этот культ гнезда, противовес культу гражданских добродетелей, это культ ужасный, мучительный, потому что мы все навешиваем на себя бесконечные зависимости и делаем это абсолютно сознательно, чтобы с помощью этих зависимостей больных родителей, больных супругов, несчастных детей оправдывать воровство, рабство и цинизм, да? То есть оправдывать отсутствие человеческого. Это ужасно горько, это ужасно грустно, когда единственной альтернативой вот этому, условно говоря, русской смуте является бесконечное русское терпение. Но я, честно говоря, не знаю, какой вариант лучше. Попробовать жить сознательно, жить, реализуя цели и программы, попробовать построить общество, с которым не все можно сделать, это вариант очень хороший. Но, как показывает практика, для страны с такой жизнью совершенно несбыточный. Видите, тут не только ведь свою смерть нужно еще принимать, но и быть готовым принимать смерть другого. Тут сильно активизировались прям плеядой такой разговоры о снятии моратория на смертную казнь. Ритуально выступил, как всегда, Клишес, говорит, нет-нет. Песков тоже откомментировал. Ну, раз за разом. Это из тех тем, вот как мавзолей, смертная казнь. Или нет? Или они доведут это до конца? Как отрицались повесты? Я абсолютно не сомневаюсь в том, что будет, во-первых, смертная казнь, во-вторых, будут публичные казни. Будет растерзание толпой. Толпу надо кровью, понимаете, всех смазать кровью. И я абсолютно уверен, что гениальная правительская сцена убийства Купчика Верещагина из «Войны и мира», когда Ростопчин организует публичное убийство, развязав зверские инстинкты в толпе, для того, чтобы, как ему кажется, мобилизовать патриотические инстинкты, там толпа ужаснулась. Но сейчас не ужаснется, мне кажется, никто. Без публичной казни они не денутся никуда. И обратите внимание, вот это в Донбассе уже было всякое вот это забрасывание камнями. Ну, посмотрите фильм «Лазница, Донбасс», который сделан, между прочим, на основе документальных материалов, на основе реальных видеороликов, что там не назначали человека предателем, не забрасывали его камнями, не плевали в него. Нормальные мирные обыватели, которые вот так вот почувствовали волю. Я абсолютно убежден, что и смертная казнь в России, конечно, будет возвращена, потому что всякий режим стремится к полноте, к эстетической законности. Конечно, в ближайшей программе этого будет и смертная казнь, и взятие заложников. Ну, скажем, если кто-то уехал, а у него семья осталась, это будет взятие членов семьи. А почему нет? Ведь он тоже виноват, если он не отрекся от врага народа. Что может остановить? Лично я таких вариантов не вижу. И хорошо мне, что у меня родственников-то в России не осталось. И потребительский рай и лавандовый раф, они не спасают от этого одичания. Никак. То есть нет коренной такой внутренней памяти, которая тебя держит, ведь можно же нормально, ну нормально в потребительском смысле этого слова. Эстет и варвар вечно заодно, бродяги вечно снится чин вельможи, ведь пить из дамской туфельки вино и лаптем щи хлебать одно и то же. Это новелла Матвеева сказала обо всей этой продвинутой эстетике. Понимаете, лаптем щи хлебать. Лаптем хлебать лавандовый раф.
Все эти разговоры о том, что как удобно стала Москва, какой получился комфортный город, какая цифровая служба замечательная, как легко стало получить документы, какие кафе продвинутые, какие замечательные театры. Все это на самом деле было не более чем посещением римских терм варварами. Да? Помните, как у Шендеровича, хороший город Рим, баньки тут классные. Это все были классные баньки. И, кстати говоря, в большинстве своем люди, которые посещали все это, модные дизайнеры, переклинных из кармана в карман, представители несуществующих профессий, желавшие получать за это большие деньги, все это было в нравственном отношении не очень продвинутая тусовка. Она иногда занималась немножко благотворительностью, но по большому счету она и в патриотизм с таким же удовольствием поигрывала. Понимаете, светская чернь, вот это советское определение, она оставалась светской чернью во все времена, и, условно говоря, гламурная чернь для меня ничем не отличалась от той черни, которая травила Пушкина и лобызала Николая. Для меня на самом деле вот это, эти верхние 10 тысяч путинцев, они никогда для меня с культурой не ассоциировались. Они, собственно, никакой культурой не занимались. И уже в 90-е начал этот креативный слой формироваться. Те, кого пренебрежительно называли креативным классом, они по большому счету стоили этого. Пренебрежение, как сказано у того же Пелевина, креаторы, вава, креаторы, творцы мне даром не нужны, ну, я смягчаю выражение, да, а творцы им были особо не нужны. Более того, они к творцам относились с замечательным пренебрежением, я не о себе говорю, в целом о творчестве, любого. А давайте вспомним, вот эта светская культура, культура русского гламура, она что-нибудь серьезное произвела за последние 20 лет? Да ничего. Единственным более или менее серьезным генератором творческих сред был Кирилл Серебренников в Гоголь-центре. Ну, так он за это и поплатился. Гоголь-центр – это была реальная среда. Такой же средой является в Екатеринбурге Ельцин-центр. И хотя имя Ельцина пока для Путина сакральный, я абсолютно убежден, что Ельцин-центр будет в ближайшее время разобран. Ну, как последняя институция такая, да? Я думаю, что кроме Гоголь-центра и Ельцина, русская культура, культура городская, так называемая, ничего серьезного за последние 20 лет не произвела. А вот какого человека сейчас растят? Ну, понятно, что не креатора, да? Предложение о том, чтобы доплачивать за пятерки в школах с одной стороны, а с другой стороны незамеченным оставшееся в этом обсуждении электронных повесток то, что там протащили поправку, которая позволяет поступать на военную службу сразу после окончания школы. Вот твой горизонт, да, 18 лет. Ты либо идешь, подписываешь контракт, либо ты получал доплату за пятерки. Кстати, здесь есть, наверное, коррупционная составляющая. Можно подмасливать педагога. И это твой выбор. А третьего какого-то такого содержательного, внутреннего, вдумчивого тебе не оставлено? Или оно всегда остается? Понимаете, для того, чтобы был содержательный выбор, нужно какое-никакое понятие о добре и зле. Но это понятие о добре и зле было торжествующе, триумфально уничтожено в 90-е годы. Вот почему 90-е годы представляются мне позорными в истории государства, мерзкими. И сколько бы мы там не склоняли сегодня 90-е годы, одни говорят, что это было временем свободы, другое временем унижения. Тут дело не в национальном унижении. Никакого национального унижения в это время не было. Это было время геноцида интеллигенции, когда единственное ценное, что породила советская власть, советскую интеллигенцию как высшее состояние народа, а эту интеллигенцию гнобили, уничтожали, лишали работы, сводили, в общем, к выживанию. Я очень хорошо это помню. Тогда профессии учителя, врача, офицера, профессии, которые были при советской власти, ну, учителя и врача уж точно, более или менее престижными, когда они деградировали на глазах, когда исчезали учителя-новаторы, исчезали продвинутые врачи, а появлялся вот либо этот участковый врач, который всем говорит, вас много, я один, задолбали со своими анализами мочи, да? Который ненавидит этих пациентов. Ну, знаете, средний врач российский, все время такое ощущение, что ты своими жалкими болячками отвлекаешь его от чего-то главного. От чего-то главного, так и непонятно. А вот
вот эта подлизация, триумф криминала на всех уровнях, триумф абсолютно необразованного, примитивного гопника того же самого, либо гопника с патриотическими убеждениями, это же в 90-е годы началось. Когда начались разговоры о том, что литература никому не нужна, вот, ну, то та же Андроповщина, да, колбасы, никакой свободы. Колбасу, кстати, дали весьма сомнительную. И вот в этом-то, мне кажется, и заключался главный кризис 90-х годов. То приличное, что было в советской жизни, было уничтожено, то, ради чего Бог мог терпеть советскую власть. А ничего остального ей не пришло, условно говоря, в тех дворцах пионеров, где сидели, может быть, никому не нужные авиамодельные кружки, стали плодиться торговые центры. Вот и все, да, как Алексей Иванов тогда замечательно написал, промышленный регион стал торговым регионом, говорил он об Екатеринбурге, но это не только Екатеринбург. В 90-е годы все это рухнуло. Я не говорю, что советская власть была хороша. Советская власть была более или менее живым, пусть гальванизированным, но все-таки живым существом. А то, что, в чем мы живем сегодня, это труп империи, в котором плодятся исключительно черви. А вот если вспомнить о том, что 70 лет назад, да, конец марта, 27 число, по-моему, появление указа о сталинской, или ворошиловской, она тогда называлась, амнистии, а как раз 4-6 апреля – это появление указа о неприменении физических методов воздействия на заключенных. Это было временем, когда на короткий момент начиналась оттепель, это было временем рождения понятий о добре, о котором вы говорите, или это все-таки было временем отпускания на волю того криминалитета, который даст о себе знать через пару поколений вот в те 90-е, которые описываете? Ну, Стас, амнистия была не ворошиловская, а бериевская. Давайте называть вещи именами. Все-таки Берия – это та фигура в советской истории, которая, я уверен, будет еще прикована внимание очень многих историков. Берия, конечно, поучаствовал во многих злодействах, но Берия был прагматик. Бериевские сценарии оттепели, здесь я совершенно согласен Василий Павлович Максюном. Берия был бандит не без таких прагматических и даже своего рода гуманных принципов. Берия планировал объединение Германии. Берия планировал ослабление идеологического гнета и, в общем, внедрение элемента рыночной экономики. А Берия, в принципе, участвовал в злодействах без удовольствия. Конечно, на него навалили горы клеветы, но то, что он предполагал сделать в 1953 году, было даже радикальнее, чем Горбачевская перестройка. Но его свои быстро нейтрализовали, потому что он про всех очень много знал. Я его не идеализирую отнюдь, я просто говорю, что эта амнистия, она на самом деле исходила из его плана. Но смотрите, какая вещь. Вот с Рене Гера я говорил об этом довольно много, хорошим историком и коллекционером российского антиквариата. Было время, когда после сталинской амнистии, после сталинской смерти и беревской амнистии, в России оставались люди, которые могли сделать оттепель. Комиссарские дети, которые уцелели, которые выжили. Если дать свободу сегодняшним россиянам, ну, представьте, не стало Путина, неважно каким путем, и происходит некоторая оттепель, разоблачение, злоупотребление и так далее. Вы кому собираетесь давать свободу? Вот тем россиянам, которые воспитаны этими ток-шоу, которые воспитаны в атмосфере победившего фрика, которые воспитаны в тупой ненависти к соседу, не обязательно к соседу, так сказать, условно говоря, геополитически, соседу по квартире, соседу по этажу. Давать сегодня людям свободу без просвещения, с традицией ненависти ни на кому, да это означает сегодня, ну, то есть давайте представим альтернативу Путину. Есть крошечная надежда, что радость свободы заставит людей на короткое время забыть об инстинкте взаимного истребления. Но эта надежда очень зыбкая и шаткая, потому что элементы гражданского общества, которые были в России в 90-е годы,
и то оказались совершенно бесправны и беспомощны. Страну вместо свободы или вместе со свободой затянул криминал, захлестнула волна бандитских разборок этой гражданской войны в таком братковском формате. Этими аллеями братков украшены все провинциальные кладбища, стоят фигуры из черного мрамора вот с такими мобильными телефонами. Это все, понимаете, освещение мерседесов. Духовность в Россию пришла в формате освещения мерседесов. И церковь не справилась тогда со своей исторической ролью. Да никто не справился, потому что кроме отца Александра Меня по-настоящему не найти авторитетного священника в это время. А остальные заботились о дележе государственной собственности тоже, толоконные лбы. И, разумеется, если сегодня появится свобода, я очень сильно сомневаюсь, что у нас появится культура, сопоставимая с оттепельной. Тогда эту культуру комиссарские дети и фронтовики вроде Чухрая. А нынешние фронтовики, которые участвуют в захватнической войне, мы уже видели, что они оставляют на оккупированных территориях. Надеяться на какой-то культурный в их исполнении, надежды, по-моему, никакой. Пара соображений. 25 лет Карамурзе запросили, в понедельник будет приговор. 13-й раз в ШИЗО Навальный. Вы можете вот так вот поставить себя на ту сторону и объяснить практическую целесообразность? Я понимаю, что вы сейчас практически час это делали. Вот, тем не менее, словами людей, находящихся там, практическую целесообразность этих действий, продолжая там госизмена, смертная казнь, о которой вы говорили, и так дальше. Зачем? Понимаете, к Навальному еще вдобавок, вы знаете, и скорую вызывали, потому что он за 15 дней сбросил 8 кило. Они его добивают. 22. С Карамурзой, у которого тоже полинейропатия, которого два раза травили. Для меня Карамурза вообще идеал. Что его отец, что он, это идеал человека. Железного, кремневого, наделенного потрясающей внутренней несгибаемостью и мотивацией. Это невероятно. Я таким борцом никогда не числил. Но я могу объяснить действия этих людей. Конечно, это страх, это ужас. Они даже, когда у них в лапах и Яшин, и Навальный, и Карамурза, сознательно пришедшие в эти лапы, Я не знаю, какая мотивировка, она мне непонятна, но, вероятно, это такой героизм, доведенный до самурайской несгибаемости, они все равно продолжают перед ним испытывать ужас. Я много раз приводил сравнение, они испытывают перед ним такой же ужас, какой перед Лиможем испытывали жители островов столетия. Они его посадили. Но когда они смотрят в его глаза, в эти абсолютно черные, без блеска глаза, в которых какие-то огненные сполохи бегают, они видят, будущее не арестуешь. Вот в этом-то и дело, что для них и Навальный, и Карамурза, и Яшин источник абсолютно ирреального ужаса. Они их боятся даже убить, понимаете? Потому что у них рука не поднимается на такой человеческий материал. Они понимают, что это люди, сделанные из другого. Не из говна и палок, а из стали они сделаны. Гибкая человеческая сталь, как сказано у Грина. Вот это вот страшно им, конечно, смотреть. А при этом вся надежда здесь, как мне кажется, на то, что их просто обменяют. Кстати говоря, советская власть могла на это пойти. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана, где бы найти такую ач, чтобы на Брежнева сменять. Вот я думаю, что здесь единственная возможность – это давить извне в надежде обменять. Но вопрос правильный на этот обмен. Он, мне кажется, поднял ставки выше некуда. Поэтому я, честно говоря, боюсь прогнозировать эту ситуацию. Я боюсь о ней даже думать всерьез. В режиме дайджеста два вопроса. Тут поотменяли парады в Севастополе, в Крыму, в приграничных территориях. Чтобы не провоцировать противника. И последнее. Вот все-таки американская жизнь вам известна. Это утечка американская. Да? Сначала по чатам, затем по сетям, а потом с подачи «Нью-Йорк Таймс». Во все мировые СМИ. Да? На ваш взгляд, это информационная акция, это чья-то работа такая, целенаправленная. Рябков сегодня комментировал, говорит, это провокация или просто утечка? Ну, они дуют на воду, конечно, им все кажется провокацией, но вообще это больше похоже на вброс, чем на утечку. Понимаете, я все-таки пока еще таких явных больших ляпов
не наблюдательской системе секретности, но если не считать, как вы помните, колоссальные утечки, которую предпринял вот этот вот героический персонаж, сменивший пол впоследствии, не хочу его унижать никаким образом. А Сноуден тоже достаточно хорошо на них повлиял, если вы помните. А, то есть я не утечки, но мне хотелось бы думать, что это вброс все-таки. Потому что там люди сейчас мотивированы, и они понимают, что стоит на карте. Впрочем, если это утечка, я не удивлюсь. Но, знаете, голь на выдумке хитра, а уж не голь хитра, тем более, я думаю, что они довольно быстро переиграют эти варианты, если утекло действительно что-то такое страшное. Хотя верить в то, что это провокация, хотелось бы. Знаете, как хотелось бы верить в то, что Сталин умер не своей смертью. Рубрика «Кода» финальная. Буквально на 3 минуты, Дмитрий Львович. Каждый 10-й россиянин предпочитает кулич без изюма. Это как-то так трагически звучит сегодня. Мы на пасхальной неделе, и сказана слава Франциска, произнесена вот эта проповедь или обращение Кирилла в день входа Господня в Иерусалим, вербного воскресенья. Наверняка что-то скажет еще и в воскресенье. В Киеве отменили мероприятие, потому что там ПЦУ с УПЦ совсем разругались, да, делят сейчас храмы, это мы с вами уже обсуждали. А у меня вопрос простой. В воскресенье вот для нас оно возможно в таком в человеческом смысле? Не в... Знаете, Стас, я подумал, что они довольно скоро доживут до проповеди о том, что каждый второй россиянин предпочитает кулич без теста. Я абсолютно уверен, что до этого дойдет. Потому что, в конце концов, кулич или кекс весенний, как он назывался в советское время, может показаться в нынешней непозволительной роскошью. А, ну, конечно, если уж отказываться от роскоши, то не патриархии же. А если говорить о воскресении, у меня были такие стихи пасхальные о том, что вот... Чудо приходит, когда уже нельзя без чуда, что тьма должна абсолютно сгуститься, чтобы воскресение просияло. Вот только на это и надежда. Понимаете, в истории человечества довольно безрадостной, не дающей особых оснований для оптимизма. Помните, у Винникота самый короткий том сочинений Боконана состоял слово, название этого тома. Имеет ли человечество основания для оптимизма, знает свою историю? Нет. Да, не имеет. Но в истории человечества было воскресение Христа. Вот только на это иррациональное чудо и надежда, что Господу станет жалко лучшее свое творение. Дмитрий Львович, спасибо вам. Спасибо вам большое. Увидимся. Ага. До скорого. Друзья, это была программа писателя Дмитрия Быкова «Навигатор». Меня зовут Станислав Крючков. Я благодарю за то, что присоединились к нашему эфиру. Подпишитесь на наш канал, поставьте свой лайк этой трансляции, обсуждайте со своими единомышленниками, а может быть, людьми противоположных взглядов, все сказанное в чате нашего эфира и делитесь этой ссылкой. А главное, берегите себя, будьте здоровы. Пока.